Привет, небольшой обзор еды разной. Чистое море, перуанский кальмар, стоит около 100 рублей, вес небольшой. Нормальный по вкусу, вполне хороший. Вот такие для кошки лакомства. Они стоят подороже, чем обычные. Вот 60 грамм, по-моему, 60 рублей. Это около 100 рублей. И кошка хорошо ест, нравится ей. Но все время, конечно, не будешь. Потому что обычно пакетик, он стоит 20 рублей. А этот 60 рублей или 50. Овощи замороженные отличные. Стоят около 100 рублей. И дороже, вес небольшой, 400 грамм, но удобно, можно и супы, и второе готовить. Сок Рич, сейчас дорогие, вот Рич и я, по-моему, самые дорогие, и они стоят 150-200 рублей, нормальный сок, но... А мне он похож на тот, который и 100 рублей стоит. Вот такая водка. Бутылочка эта маленькая. Так, тяжело. Ой, как эти маленькие буковки не рассмотреть. 200 грамм. 200 грамм стоит... около 200 рублей. Нормальная водка. Ну, я не сказал бы, что какая-то особо хорошая, просто нормальная. Ну, единственное, вот вес 200, обычно 250 грамм делают. Вот такое горчичное масло, около 100-150 рублей, 500 грамм. Хорошее масло, не горчит, не рафинированное, холодный отжим. Никаких претензий нету, можно и жарить, и... салаты поливать. Пармезан, это российский пармезан, белорусский, по-моему, ну, фирма вот Белстер. Нормальный пармезан стоит, по-моему, около 200 рублей. Вот этот вот 400 грамм, около 300 рублей сыр стоит тоже. Эти оба хорошие сыры. Так, ну и на этом все. Обзор еды, что попалось интересного, на этом закончен. До следующего ролика, стримов.